Да, хотел рассказать об одном ролике, то есть, который меня просто, ну, не то что возмутил это, ну, я просто похуел с этого вот названия, которое вот написано. Видео называется, я приятно удивлен. Игровой ноутбук за 163 тысячи рублей. Ёбаный в рот нахуй. Блять, чувак, еще б ты не был приятно удивлен. За 163 тысячи Гитлер бы вы маму свою родную бы продал, если бы она у него была бы. А Сталин, не знаю, блядь, не знаю, блядь, всех своих генералов продал за 163 тысячи. Чувак, о чем ты говоришь? И вот этот, ну, чувак, вот этот, я был о нем большого мнения, то есть рассказывает о ноутбуке за 163 тысячи рублей, то есть. Ну, понятно, что 163 тысячи рублей это явно не ведро, то есть, вот он рассказывает, как он хорошо держит, блядь, ну, FPS там, и там внутри, ну, и то, там он запускал киберпанк, ебаный, да? Сами знаете, что такое киберпанк, и насколько это, ну, как сказать, тяжелая игра, да? Ну, вот, то есть, и рассказывал, что там FPS хороший, там туда-сюда, вот. Вот он тут играет, Каких-то прям понятно, фризов четеньких, все и очень плавно и удивляется, аккуратно. что за 163 тысячи рублей у него нету фризов, нету, блядь, нахуй, блядь, просто, ну, глупый чувак, ну, глупый просто, блядь. Одно дело, если бы ты купил какое-то ведро там за, блядь, не знаю, там 30 тысяч рублей, да, и оно у тебя бы хорошо тянуло киберпанк, там было бы, ну, не знаю, там 80 FPS, я тогда твое вот это название твое, я приятно удивлен, игровой ноутбук, я бы с тобой согласился, но никак, ну, никак, вот, блядь, вот просто, блядь, давайте, не знаю, игровой ноутбук за 2 миллиона рублей, я приятно удивлен, хороший FPS, блядь, просто пиздец, трэш.